тех кота слаймов. А, они тоже умеют ими пользоваться? Я думал, только мы их видим. Вы так много сделали для всех нас. Спасибо, Молли, я думаю, мы точно справимся. Возможно, тут еще кто-то должен стоять. Из последней деревни. Мы-то там ничего еще не сделали. Ну, я еще где бы здесь не воюя, чего-нибудь раздобыть. А я вижу, что здесь такого, таких мест особо нет. В душе я кричу, как сдохнуть хочу. Тампи. Ты что, специально говоришь в рифму? Не могу больше ждать, смерть хочу я принять. Передернулась. О. Блин, он где-то здесь застряет. Ой, а это что, вот эта хрень? Не-не, я не хочу ни с кем драться, чуваки, уходите. Пошли вы нахрен. Пожалуйста. Если воевать, то я попозже сюда приду. Я хочу дополнительные локации, опять же, обследовать и так далее. А это чё? Тут клыки всякие. Покойся с миром, Джастис Вамфор. Грабрый паладин и святой человек. Его просторная золотая броня могла отразить любой удар. Все же она предала его. Запертый в тесном проходе, он не смог спастись от ужасов, преследовавших его. Его тело так и не удалось вернуть, поэтому его призрак до сих пор бродит неупокоенный. Какой-то бамфор. О, сокровище. В память о Салазаре Раткине, друиде, докторе и лидере культа. Он был приговорен и казнен за преступление против короны и скормлен крысам, которых он так любил. Пусть этот камень простоит здесь пока напоминая все, могу упасти фальшивых культов. Чё-то фигня какая-то, не слышала таких. Здесь лежит Беорн, сын Беорна, варвар и бизнесмен. Обуянный жадностью и надменностью, Беорн пал в полете, сражаясь с могучим драконом. Падение с высоты никогда не убьет меня, у меня слишком много очков здоровья, его последние слова. На. Падение с высоты всех убивает. Потому что это инстакил. Там не зависит от количества здоровья. Не знаю, правда, как сюда пробраться. Ну, хотя бы какой-то халявный лут здесь есть. А то я уже сомневался. А это большая локация. Чё-то очень здесь все странно. Это вооружение NPC качества, оно моментально рассыплется. Так, это фальшивый сундук, здесь есть проход скрытый довольно-таки. И здесь есть скрытый проход. Добро пожаловать на арену судного дня. Желайте поучаствовать в смертельной схватке, чтобы развлечь зрителей. Нам просто нужно пройти, а твоя показушная арена только мешает. У тебя даже зрителей нет.
смысле? Я хочу поучаствовать, может быть. Если здесь опыта не дают. А тут что? Лавовое озеро. Ох, сколько здесь геморроя. А здесь я пройти не смогу, да? Хочу все разведать. Там вон уже скелеты какие-то валяются. О, тут какой-то лавовый дракон, я таких не видел. Но туда мне не надо. Потому что я его все равно бить не буду. Здесь типа надо побить кого-то. Везде надо кого-то побить. Скажите, где халявный лут? Я хочу халявного лута. Я сюда за этим пришел. Здесь тоже типа надо кого-то побить. Ну, тогда я возвращаюсь обратно. О, сюда могу пройти, да? Хочу на ту сторону теперь. Во. А здесь я могу ходить. Это разве не те облачка? Да. То есть только если ты нашел те ботинки, которые позволяют по облакам ходить, ты можешь сюда пройти. Но здесь не то чтобы ценные вещи вообще. О, тут эти волшебники грёбаные. Слушайте, как-то странно, они все сюда перенеслись теперь. Рэндальф. Я, великий волшебник Рэндальф, ошибался в вас, молодежь. В жизни бы не подумал, что вы сможете добраться так далеко настолько быстро. Всего за несколько дней вы достигли впечатляющей мощи. В этом же и есть прелесть РПГ. Твоя сила растет экспоненциально с тем, как ты убиваешь монстров, находишь снаряжение и набираешь уровни. Это приносит несравнимое удовольствие. Что такое РПГ? Эх, молодежь, вечно вы всякие словечки придумываете. Хе-хе, снова вы, детки, прошли немалый путь в нашу прошлую встречу. Вы были просто новичками, не успевшими толком встать на ноги. С того времени вы определенно подросли. Не могу понять, комплимент это или нет. Ситуация здесь не очень радостная. Местный народ уже почти отчаялся. Но надежда всегда есть, и она, похоже, сопровождает вас. Мяу. Это настоящий сундук? Сомневаюсь. Не, все-таки настоящий. Зря я в тебе сомневался, сундук. Сколько здесь всякого. Сюда пройти нельзя. Сюда тоже нельзя. А здесь радуга.
Помолимся монолиту. А, здесь мы руны тьмы находим. То есть то светлые какие-то руины с трёхглазыми инопланетянами. А это темные руины. А что же тогда вверху там? То есть вверху тоже какие-то руины. То что-то третье. То есть есть светлое, есть темное, а есть хрен знает какое. Да, все это очень интересно. По-моему, мы сюда еще не ходили. Если я переживу это и вернусь домой, мне точно будет о чем рассказать. Все, что я хотел, просто вернуть электричество, а теперь я тут. Я поднялся на столько уровней, что мои старые друзья даже не узнают меня. Я была слишком наивной. Я думала, достаточно будет арендовать плот в гавани Надежды, чтобы сюда добраться. Но на каждом шагу мы попадали в неприятности, и, возможно, некоторые из них были из-за меня. Мы оказались здесь не только из-за тебя, Над. Нам всем есть что защищать, и каждый из нас когда-то ошибался. Это нормально. Мяу! Главное, мяу. Это настоящий сундук? Все время сомневаюсь. Каждый новый сундук... Да, вот! Вот не зря я сомневаюсь. Слаймики, что вы тут делаете? Вот откуда здесь пескослаймы и древний монолит, если здесь кругом лава? Эй, воители, кажется, вы собрали несколько золотых билетов по пути сюда. Пора пустить их в дело, последняя битва уже близко. Давайте скинемся и запросим помощь. О, прикольная музыка. Слушай, тема. Сэм, образцы лавы, мне они очень нужны. Микроскопические исследования... могут рассказать нам, откуда прилетел метеорит. От него не осталось твердых частей, он расплавился после столкновения. О, смотрите, это какая-то лавовая уже. Лавовый биом. О, я могу здесь все-таки пройти, да? Прикольно. А вот это что за место такое? Ну, головоломку я тоже не хочу разгадывать. Это все-таки не халява. Это нужно думать, я не хочу думать. Я слишком ленивый для этого. О, образцы лавы, можно их здесь собирать, да? А здесь не образцы лавы. Прикольная музыка. Должно быть, это озеро лавы и было местом падения метеорита. Хорошо, хоть лава смягчила удар. Нет, физика работает не так. Удар расплавил всю эту область. Сотни NPC, должно быть, мгновенно испарились. Воу, подумайте о всех тех сундуках с сокровищами, пропавших в огне. Жизнь слишком жестока. Да, бедные сундуки с сокровищами.
как талант гораздо больше гуманист, чем Мэтт. Ага, здесь мы ничего не сделаем. Нужно внизу там пройти, да? Ну, это логично. Смотрите, мы уже практически все разведали. Разведали, но не оприходовали. Интересный такой мир получается. Смотрите, какой огромный. Такой разный. Блин, это странная музыка. Ну что ж, теперь в дополнительные какие-нибудь места пойдем. Где тут дополнительные места? Вот здесь. Может, там тоже халява будет. Такс. Вот здесь вот. Стой. А тебе я могу сдать, да? Так, темная материя откуда-то у меня взялась. Хорошая работа, товарищ. Ты выполнил свою часть миссии, теперь я выполню свою. Умение, энергия. Базовое взрывное заклинание, поражающее одного врага, высокая вероятность критических ударов. Взрыв, взрыв, мне взрыв не нужен. Хотя, кто его знает? Не, пошел нафиг. Не пойду, я тебе не буду его сдавать. Так, вот этому можно отдать уже, кстати. Мы посмотрим. Еще каких-то NPC я, кстати, пропустил. Надо будет их поискать. О, грибы тут. Тут везде могут быть какие-то секретки. Пойдемте сюда. Кристальные пещеры. А, вот сюда. Стойте, мы ботинки свои ложим. А, типа здесь будут эти лед, но ботинок у нас не будет, потому что мы их отдали на входе. А, почему нам пришлось снять ботинки? А я откуда знаю? Наверное, нет никакой причины. Я просто выбрал случайный предмет. Что? Ах ты ж говнюк. Это из-за тебя мы теперь... Тут у нас проблемы. О, будьте быстры, как кролик. Шапка женская, кроличьи ушки. Прикольно. Архиважно, дополнительная локация, да. Опыта не получаем. Чего и требовалось. Самое главное, что дополнительный лут кругом. Это то, зачем я сюда пришел прежде всего. О, стойте. А, вот сюда могу пройти, да? Забавно. К
Как же тут много всяких интересностей. Круть. Настоящая, блин, РПГ. Действительно, целый мир. Ну, кстати, как в кросс-коде, но кросс-код все-таки не моего стиля игра. Мне эта игра очень хорошо нравится, что она походовая. И то, что здесь все персонажи, то есть не как в героях Меча и Магии, например, что герой, как бы, он руководит армией, а герои сами сражаются. И целая партия их, и каждый со своими особенностями. В общем, это моя любимая фишка. Я не знаю, я эти JRPG вообще, я о них не слышал. Ну, в смысле того, что... Я не находил. Вот посоветуйте мне игры, похожие на эту. Вообще, JRPG такие классические какие-то. Где их можно скачать, как поиграть и так далее. Потому что, ну, просто прелесть. Я залип просто на неделе. Ну, нет. Всего на неделю, но тем не менее. Прямо вот целыми днями игра. Надо же, эти руины так хорошо сохранились, просто невероятно. Теперь я вижу, почему нам пришлось снять ботинки. Да, лед. Больше головоломок со льдом, это была ловушка. А чё ж ты положил ботинки, блин, придурок? Но у нас все равно молота нет. Нет, не может быть, я сдаюсь. Пусть это делает Натали. Нет, но Мэтт, я думала, ты никогда не пропустишь ни одного сундука с сокровищами, какие бы преграды ни. Ты думаешь, это легко? Оставить свои мечты вот так? Если бы я мог, я бы не жаловался. Короче, действительно, я посмотрел там, кто-то жаловался на головоломки. Серьезно, чуваки, вы жалуетесь, что в игре есть головоломки? Ну так не решайте их, если не хотите сундуки с сокровищами. Или вы хотите, чтобы сделали вам головоломки, но чтобы они не давали вообще ничего? Можешь обойтись и без головоломок. И мне лично нравится. Не хочу вот проходить головоломку, могу вернуться потом. Расслабься, мы можем сделать это вместе. Я уверен, кто-нибудь онлайн поделится с нами решением, если мы застрянем. Все, можно пойти, короче, в интернет. Блонди, эту головоломку не разгадать. Я должен набивать карманы самоцветами, но я просто стою, смотрю на это и ломаю голову, как это решить. У меня уже голова болит. Насколько ты продвинулся в решении? Да мне сил даже не хватает, чтобы блоки двигать. Они точно весят по тонне каждый. Хей-хо, эти пещеры просто нечто. В каждой стене секретный проход. Под каждым камнем сокровища. Можешь смело искать, в кавычках, их сколько захочется. Только нашел, посмотрел и положил на место. А мы потом все заберем, хорошо? Так, секретки. А как туда проникнуть-то? А, во. Да, приятно вот такие вот штуки находить. Не то чтобы вообще легко их находить, но все же прокликивая можно. И это всегда приятно. Так, и что тут такое? Так, нам нужно установить блок куда-то вот.
сюда. И потом вот сюда было к нему установить. А, понятно. Ой, стоп, тут что-то заблестело. Но это было просто кристалл. Короче, тут блестит, но это просто кристалл, да? А я уже думаю, где-то секретка. А секретки не блестят здесь. Так, раз. Это уже лучше. А, во. Вот теперь будет гораздо легче, я думаю, возможно. Блин. Это ловушка. It's a trap. Так, стойте-ка. Блин. Блин. А.
Понятно. Вот так. Вот так. Не то чтобы она сложная была, кстати. С блоками это еще куда ни шло, на самом-то деле. С вот этими вот конвейерами гораздо хуже. Мне они сложнее даются. Так, а что у нас за... Во, деревянный посох. Может разозлить или напугать растительных монстров. Бредятина какая-то. Может красиво выглядит, разве что. Вообще нужно будет потом посмотреть все эти штуки, как они выглядят и так далее. Значит, и что еще? Я сохраняюсь, естественно. И давайте попробуем прокачать вот эту вот, например, штуку и посмотреть. Команда блок временно усиливает уклонение. Это круто. Очень много уклонения. Но для женщин, кстати. Да, это то есть уклоняшка для женщин, но кошка... Котейка у нас не женщина, поэтому... Смотри, Мэтт, здесь так много кристаллов, почему бы тебе их не пособирать, пока мы разбираемся с головоломками? Потому что я хочу только то, чего не могу иметь. Разве это не очевидно? Ты еще такой ребенок и такой миленький, когда бесишься. О, блин, тут какая-то свастика. Грёбаные фашисты. Даже несколько метров камня не помешают мне открыть сундук с сокровищами. Если только этот камень не собран в головоломку с блоками, да? Зачем ты меня дразнишь? Воу, какая свирепость. А где сокровища? А, вот они. Лук. Королевская черепаха. Тяжелое оружие, похожее на щит, увеличивает силу лечащих умений. Ага, для лучника, чтобы лучника превратить, короче, в хилера. Интересненько. Чайник. От жары дышать просто невозможно. Долбанные монстры тоже не облегчают жизни. Тут целый день. Я тут целый день торчу и... Слушай, а что у тебя с глазом? Так спрашивать очень грубо. Ну просто бурка пьёт, а у нас палка о двух концах. Ты можешь дробить им камни, можешь просто упасть на него. Я не особо с ним тренировался из-за сокращения бюджета. А здесь начинает припекать. Грёбаные монолиты, и как всегда их не пройдешь. Не хочу с ними сражаться. Ага, вот здесь проход. Да. А, хотя почему бы с ними не сражаться? Это же не головоломки. Попытаемся. Стойте, а почему вы опять становитесь как-то по-другому? Вот так вот все должно быть. Так, если мы начинаем с древнего монолита, то что будет дальше? О, ты как раз к тьме уязвим. Круто. Даже не знаю.
Какого уровня, интересно, они? Сказал я, уже атаковал их. Древний монолит 30 уровня. То есть они, в принципе, не очень высокоуровневые. Проклятье на тебя надо. Нет, котейка. Живи. Котейка танкует по стандарту. Вот видите, защита уменьшается. Проклятие работает. Два монолита, мать вашу ж. Мы на такое не подписывались. О, хилит его. Отлично. Снова хилит кошака. Ну, спасибо. Вот как только их побыстрее убить, нужно хотя бы одного убить, потому что иначе нам хана. Один. Хватит, не хватит урона. Хватило, смотрите. Тогда можно и по второму долбануть. Ух, и второй уничтожили. Просто два монолита за раунд. Вот это я понимаю. Вот что значит, у нас уровень ниже нашей этой, ниже нашей боеспособности. А говорят, типа, о, повышайте уровень. Нифига.
нужно его сохранять низким. В принципе, если знать, где находятся все предметы, и брать только те, которые нужны тебе, то можно еще меньше монстров убить и прийти на каком-нибудь 20 уровне сюда. Типа. Ну, не на 20, допустим, там на 25. И как бы будет еще легче. Типа, у тебя будут все нужные предметы. Мы же можем, не получая опыта, брать все предметы из дополнительных подземелий. Оглушение это совсем нехорошо. Так, почему бы и нет? Очередные монстры, жесть. Картошка грёбаная. Ну что ж, сохранимся, и в очередной бой у нас все перезаряжено. Да, все перезаряжено. Пескослаймы. Кстати, мы их не ловили. Ох, и чувствую, так и не словим. Интересно, будут ли здесь монолиты? Надеюсь, нет, но мало ли что. Они ути-пути-пути пескослаймики такие. С криперами. Зеленоглазые. Буль-буль. Промахи. Постоянно промахи. Ибо у нашего котея 288 уклонения. Да. Ему это уклонение служит верой и правдой. А подстраховывают невидимость и другие интересные способности. Так, к чему вы уязвимы? И к тьме, и к чему вы только не уязвимы. Не получилось его захватить. Девяносто шесть тысяч жесть. О,
верблюда, мамонт. Нет. Не бейте котейку. Котейка должен жить. Так, обновим-ка наш баф. Теперь долбанем вот так. Так, тьма. К тьме ты уязвим. Но вот вопрос, хватит ли нам этого. Не, не хватило. Увы. Посмотрим, чем оно долбанет там по нам. Чё-то слабовато долбануло. Неплохо. Но я все равно не люблю пулеметы. Как бы хорошо они себя не показывали. Как-то маловато. А, ну тут у нас половину атаки тьмой. А если мы фигачим пулей, то мы все 100% атаки идут, короче, взрывной. Поэтому пуля наносит даже больше, чем наш вот этот меч особый. В общем, пуля — крутое заклинание. Давайте-ка ею долбанем, пока есть время. Не воскреснешь. У тебя усталость. Опа, мы сделали это. О, тут какой-то проход.